Всем привет! Вы находитесь на канале PhotoMobile. Сегодня на обзоре обновленная и улучшенная версия обслуживаемого атомайзера iJoy Combo RDTA. Ориентированная на искушенных любителей рукоделия, конструкция полностью разборная. Главное отличие заключается во множествах вариантов сменных стоек, которые можно установить в данный атомайзер. Но главное – это дрип-бак, который предлагает пользователю неограниченные возможности, две обновленных базы, сменный испаритель и хорошая вкусопередача даже с готовыми заводскими намотками. Регулировка тяги осуществляется вращением топ-кэпа относительно основной части корпуса. Атомайзер прекрасно смотрится со всеми батарейными модами благодаря классическому дизайну. В общем, обслуживаемый атомайзер получился универсальным настолько, насколько это возможно. Купить данный товар, а также множество других, вы сможете, кликнув на ссылку. Ссылки находятся под описанием к видео. Понравилось видео, ставьте лайк и делитесь им с друзьями. Всем вкусного и густого пара. До встречи на нашем канале.